Друзья, всем привет! Меня зовут Георгий, я автор rusbd.com, портала ведущего в мир комиксов Европы. Сегодня мы с Михаилом Хачатуровым, переводчиком и исследователем комиксов, сыграем небольшую угадайку по классике БД. И перед тем, как начать, попрошу вас поставить лайк под этим видео на YouTube, подписаться на наш канал. И если вам интересно получать уведомления о выходе новых видео, поставьте колокольчик. Спасибо. Ну, тут, я думаю, все очевидно. Ну, если это Торгаль, то это, конечно, не знаю. Почему-то он как-то выглядит немножко странно. У него, насколько я помню, такой болотного цвета была эта туника или что-то типа одежды. А это, значит, его супруга, да, видимо? Торгаль у нас тоже выходил. Тоже только одна книжка. Где-то давненько, лет 15 назад. Да, даже больше, наверное. Наверное, все 20, может, даже в начале века. Когда-то еще ее можно было найти с рук, как сейчас уж, я не знаю. Не знаю. Ну, кстати, выпустили у нас один из лучших томов. И, что важно, один из немногих, который может быть рассмотрен как самостоятельный. Потому что дальше начинается очень длинная сплошная история. Мы уже затрагивали Торгала в рамках одного из выпусков. Да, Розинский очень поднял интерес к комиксу в Польше. И действительно, это классик европейского комикса. И серия отличная. Не могу сказать, что она равноценная. Потом постепенно Ванам начал все-таки с сюжетами немножко провисать, но долго уровень держался высоко. Очень, я думаю, интересен будет вопрос. Зрителям было бы точно интересно касаемо нашего соотечественника, который сейчас... Рома Сурженко, да. Знаком ли ты, конечно? Да, да, он очень большой вклад внес тоже в продолжение серии, во-первых, потом какие-то сайд-истории рисовал, и на очень высоком уровне. Но вот эта серия расползлась уже сейчас настолько, что я уже даже перестал следить, просто невозможно уловить, там уже миллион каких-то параллельных историй, про каждого героя что-то свое. Это не только с Торгалем связано, это со всеми более-менее популярными сериями. Издательства изо всех сил пытаются сыграть на ностальгии, поэтому вот это все запускают. Одно время я следил за этим, интересовался, потом бросил, просто стало невозможно уже за всем уследить. Уже все маленькие. И там маленький один, маленький другой, маленький пятый. Я думаю, что маленький Торгаль тоже. Может быть, уже и есть. Вот, ну вот, кстати, вот романтическая история. Вот да. Долгая история любви с женой, вот с Арисией. Так что это действительно... Кстати, Торгаль... А вот мы сегодня... Не сегодня, когда-то там упоминали Торгаль еще в связи с тем, что он стареет. Это тоже один из тех персонажей, которые становятся все старше и старше, дети растут, и постепенно они стали главными героями серии. Я думаю, перед тем, как перейти к следующему, да, комиксу, хотел бы уточнить, в отличие от Андрея Аринушкина, Роман Сурженко еще живет в России, верно? Ну, последнее время, я не знаю, честно говоря, уже довольно давно с ним не общался, но вроде да, но раньше, по крайней мере, точно.